Здарова всем, друзья! С вами, как всегда, я, Гост, и мы продолжаем смотреть моды для GTA 5. И сегодня мы с вами в роли Железного Человека заступим на службу полиции Лос-Сантоса. Ну что ж, ребята, в общем-то, в самом начале этого ролика, конечно же, как всегда, хочу попросить вас не забывать ставить лайки. Давайте, ребят, наберем под этим роликом 6000 лайков, и я запишу еще одну серию с Железным Человеком полицейским. Ну и, конечно же, ребят, не забывайте подписываться на канал, если вы на него вдруг не подписаны, и, само собой, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на канале. Ну что ж, ребята, в общем, сегодня я планирую выполнять достаточно интересные задания, сложные, то есть вот такие вот задания, как это, которое у нас сейчас появилось, ну ладно, быстренько его сделаем. Я такие задания, ребята, планирую, в общем-то, не выполнять, потому что они простые, с ними может справиться и обычная полиция, но ладно, этим мы уж поможем, как говорится. Я думаю, что с такими противниками будет справиться нам очень просто, потому что силы у нас, конечно, очень много, я там случайно тачку ударил. Так, ладно, аккуратненько, ребята, нужно смотреть, куда мы бьем. А вообще проще, в принципе, использовать какое-нибудь оружие. Например, вот сейчас я возьму, сделаю пулеметик. Сейчас мы быстренько обстреляем чувачка вот таким вот образом. Так, хорошо, минус один. Так, я его минусанул, нет, что-то непонятно, да, все отлично. И сейчас этого мы с вами тоже добьем, вот, все, шикарно, да. При помощи такого оружия справиться намного проще. У нас, кстати, ребят, как видите, новенький костюмчик, специально сделанный для полиции. Это черный халкбастер, у нас также есть здесь знак карателя, потому что мы с вами, само собой, идем карать всех преступников. Так, вон у нас еще тут двое осталось, так, сейчас быстренько его обстреляем. Иди, иди сюда, вот таким вот образом, все отличненько. Так, еще один. Вот здесь. Так, давай возьмем какое-нибудь другое оружие. Вот так вот просто ракетками. Хорошо. Так, и здесь у нас еще челики есть. Сейчас мы быстренько вот так вот обстреляем. Все, отличненько. Нет, слушай, с ракетами намного проще на самом деле, ребят. Потому что ракетки прям мощные. Прям офигеть, какие мощные. Еще есть автонаведение, которое очень сильно помогает. Иди сюда, чувачок. Вот таким вот образом. Так, куда он улетел? Куда он улетел? Вообще непонятно, куда-то наверх, что ли? Или что? Погоди, я вообще не понял, ребят. Так, сейчас нам нужно его отыскать. Я, походу, его закинул вообще на здание. Так. Да-да-да-да-да, вон он здесь. Отличненько, отличненько. Сейчас мы его быстренько с вами покараем. Так, иди вот сюда, сейчас мы тебя огнеметиком вот так застреляем. Все, шикарненько. Минус банда. Отлично, ребята. Ну что ж, в общем, давайте сейчас мы с вами попатрулируем маленько город. Я полетаю над ним, посмотрю, что у нас еще происходит. Полиция даст мне какое-нибудь интересненькое задание, на которое мы с вами выдвинемся. Но, как я, ребята, уже и сказал, мы будем выполнять именно те задания, в которых обычная полиция не справится, с какими-нибудь суперзлодеями или кем-то вроде этого. Шикарненько, ребята, вот мне уже выдали первое задание. Я, по-моему, уже где-то здесь слышу выстрелы. Так, с какой стороны нам нужно подлететь? А, вот, походу, вот, куда нам нужно, друзья. Да, у нас тут опять полиция, посмотрите, приехала. Не знаю, зачем они это делают. В принципе, я бы один справился. Так, у нас какой-то чувачок есть, посмотрите. Так, сейчас мы его быстренько с вами закидаем. Так, оу, слушай, а он живучий. Эй, эй, что происходит? Так, стоп, 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 стоп. Что творится вообще? Так, ребят, у нас появился какой-то жесткий туман. Челику этому вообще наплевать, я ему уже провел серию комбинаций, очень сильных ударов, но ему по-прежнему пофиг. Так, давай отойдем подальше, сейчас мы попробуем взять наши ракеточки и уже ракетками просто его застрелять вот таким вот образом. Так, ну чё? Блин, полиция тоже по ней стреляет, зачем мне это делать, я не понимаю. Так, хорошо, по-моему, мы его с вами, ребят, минусанули, насколько я вижу. А, нет, нифига, блин! Чё это такое? Почему он такой мощный? Так, хорошо, давай отойдем сюда, отойдем подальше. Так, мне просто интересно, ребята, какого фига он такой мощный? И что это за туман? Почему он тут у нас появляется? Так, погоди-ка, может пробежать еще здесь? Может он вообще не один как бы? А, фиг его знает. Да нет, вроде больше никого нету, значит он здесь один должен быть. Сейчас мы его с вами еще вот так вот закидаем. Получай, блин! Так, хорошо, хорошо. Вроде как сейчас, ребята, ему не все равно не хватает, блин, реально, с такой силой, ребят, я его ударяю, таким огромным количеством ракет я в него попадаю, и все равно ему наплевать. Так, сейчас просто его вот так вот, ребята, повалим и будем поджигать. Вот такие вот противники, реально, ребята, это очень сложно, с ними не справиться. Погоди, мне до сих пор кажется, как будто по мне стоят с другой стороны. А, так там эта девушка просто стреляет, я понял, полицейский, видимо, очень испугался и начинает еще и по мне стрелять вместе с этим преступником. А я думаю, че, почему у меня сенсоры ловят еще какое-то повреждение. Так, ну что, ну что? Погоди-ка, вроде все, мы с ним разобрались, шикарненько. Так, девушка, успокойтесь, вы все равно не нанесете мне никакого урона. У меня новый специальный костюм, который как раз-таки был создан для того, чтобы справляться с суперзлодеями.
А ваши пистолеты, ну, это на самом деле, как будто вы меня хотите пощекотать. Ладненько, ребята, давайте маленько сейчас здесь пропатрулируем все, посмотрим поблизости. Может, еще кто-то у нас остался, какие-нибудь преступники. Вроде как нет, туман по-прежнему у нас здесь есть, конечно же, как я вижу. Но мне кажется, что в скором времени он должен будет пройти. Ладно, ребята, наша задача здесь уже выполнена, отправляемся дальше. А заданий, ребята, сегодня достаточно много. Посмотрите, мне выдали еще одно. Так, с какой стороны нам нужно подлетать? Я маленько не понимаю, что у нас здесь происходит. А, вот сюда, получается, да, у нас меточка ведет. Хорошо, так, погоди. Нет, нет, я ее пролетел. Так, быстрее нужно найти это место, ребята, пока все тут у нас не закончилось. Посмотрите, что у нас происходит. Так, полиция и что еще? И как... Какой-то чувак с огнем? Чё за прикол? Так, иди сюда, братишка. Получи! Ну чё, как тебе? Понравилось? Ой, это, походу, тот же самый чувак с суперспособностями, как первый, у которого будет не только живучесть, но еще и дикая пушка, которая даже меня отталкивает. Это чё за фигня такая? Так, парни, он такой не подписывался. Если мне эта штука костюм пробьет, и все будет очень плохо. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет, ребят. Так, хорошо. Давай по тебе вот так вот разочек. Пальнем. Он сам себя постреливает. Посмотрите, видите, он просто периодически по себе еще и попадает. Так, блин, да хватит. Он мне нормально так засаживает с этой пушки. Воу, друзья, у него тут, походу, еще и подкрепление подступает. Нифига себе, чуваки просто выбежали из амуниции и начали меня обстреливать. Че за прикол? Так, ладно, ребят, я просто бомбардирую здесь всю территорию вот таким вот образом. Все, шикарно. Так, вот, у нас еще один остался, чувачок. Вот таким вот образом его застреливаем. Так, ну что у нас тут? Что у нас тут еще? Сейчас быстренько спустимся вниз. Хорошо, и осмотрим территорию. Так, где тот чувак? А, вот он! Вот, ребят, я его положил. Все, шикарно, шикарно мы справились с ним. Так, еще кто-то по мне стреляет, но... А, нет, вон, реально, чувак, посмотри, с миниганом стоит. Получи, блин, вот таким образом, прямо по голове. Ну чё, как тебе? Понравилось? А если еще разочек? Так, он, походу, тоже живучий. У них какие-то непонятные костюмы, друзья. Но вот этот все-таки, наверное, будет послабже, я так полагаю, потому что тот у них, видимо, был самым главным. Это уже небольшое подкрепление, с которым справиться на самом деле не составит никакого труда. И сразу же, друзья, меня вызывают на следующее задание. Оно теперь связано у нас вот с этим самолетом, который сейчас находится прямо в воздухе. Так, надо аккуратненько к нему подлететь и высадиться вот сюда. Да, ребят, на самолет напали у нас преступники. Причем один из них какой-то очень странный. Посмотрите, он просто стоит у нас. Вот таким вот образом спереди. И непонятно, что делать. Просто кого-то левитирует, офигеть. Так, ладно, сейчас мы этих быстро снимем, чуваков. Получи, блин. Вот так, ты тоже. На-на-на-на-на. Вот, отличненько. Отличненько. А что происходит? Почему меня как будто бьет электрошоком? Так, давай сейчас быстренько пройдем. Хорошо, что у меня костюм как бы невосприимчивый к электричеству. А, это сам чувак, посмотрите, он с электричеством. Это, видимо, его способность. У него какие-то электрические пушки или, не знаю, электрические просто способности. Так, ну ладно, я могу подойти к нему поближе, потому что мне от этого вообще ничего. Меня никак не заденет его электричество. Блин, в воздухе, походу, нельзя эту способность использовать, ребят. Я не могу просто подлететь к нему, но обстрелять его издали я, конечно же, могу. Хорошо, что у меня очень много пушек, которые позволяют это сделать. Так, хотя вот с этой стороны... Воу! Нифига, блин, не получается. Не-не-не-не, ребят, у него какое-то защитное поле, которое я не могу облететь. Оно меня просто отталкивает от него. Капец, блин, до чего дошли у нас преступники. Воу, блин, капец. Я сломал самолет, ребята. Я сломал самолет. Это просто восхитительно. О, да, это было глупо, ребят. Я согласен, это было очень глупо. Я не хотел этого делать. Это получилось просто само. Я всем забыл, что самолет может как бы взорваться у нас. Так, ну ладненько, ладненько, хорошо. Главное сейчас этого противника убить. И я думаю, что в принципе у нас это должно получиться. Он хотя бы стоит на месте и никуда не отлетает. Я могу ему просто разбомбить вот так вот голову и все на этом закончится. Электрошокерами все равно ничего не сделает. Может даже не пытаться по мне из них стрелять, потому что мне абсолютно наплевать. Так, давай еще разочек. Я вот сейчас по нему должен попасть буду. Очень хорошо. Нет, почему не работает наводка? Вот, теперь попадаю. Так, нифига, блин, прям по голове ему сейчас летело. Вот еще разочек. И давай еще. Получи, блин, просто, ребят, сейчас будем его застреливать таз ракет, потому что самолет уже, в принципе, все равно взорван. А этот чувак стоит на месте и никак не может... Оу! И никак не может погибнуть. Или все? Погоди. Вроде все. Погоди, погоди. Да-да-да, ребят. У меня получилось. У меня получилось. Он теперь у нас упал и не двигается. Все, шикарно. А погоди-ка, у меня получится залететь вовнутрь вот сюда? Мне интересно. Так, ну-ка давай попробуем.
Попробуем сейчас. Да, ребят, получилось. Нифига себе, я просто могу быть внутри самолета вот сейчас. Офигеть, у нас какие-то трупы валяются, что-то непонятное. Блин, меня просто очень сильно что-то ударяет. Я не могу внутри этого самолета находиться, на самом деле. Это очень неудобно. Но вот сейчас вроде вылетели, все хорошо. Ну что ж, ребята, в общем-то, давайте на этом мы с вами, наверное, будем заканчивать наш сегодняшний ролик. Здесь вроде как все в порядке, да, все хорошо. Я надеюсь, что вам понравился. Сегодня мы с вами поиграли за полицейского железного человека. Не забывайте, конечно, ставить лайки, ребята, как наберется 5000 лайков, я запишу следующую серию с полицейским железным человеком. Ну и само собой, ребята, если вы на канале впервые, не забудьте подписаться и, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых роликов на канале. Ну что ж, всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока-пока-пока-пока-пока.